Всем привет! Приехали косить и заодно этот покажу, как и чего. Вон Игорь начал раскладывать. Возьми да опусти. Значит, у меня был вопрос, как, чего настраивать косилку и как она будет ехать. Сейчас примерно покажу и расскажу. Но сейчас, Игорь, подожди, я опущу. Значит, навеска в одном положении стоит всегда. То есть навеска в одном. А это-то где? Почему? Вот это? Ну а что, никак не вставить, Игорь, бля? Можно, да? Какую пластинку? У нас кольца такие есть. Да, проточка такая. Какая? Такая же, какая должна быть. И кольца все штопорные есть. Да, да, да. Особенно по дороге она два раза прыгнет, и ты ее уберешь, да? Навсегда, да. Ну вот отсюда она выпрыгнет и будет уберется навсегда. Значит, у нас вместо центрального винта стоит цилиндр. Иди, опусти его. Его выпускаем, чтобы косилка стояла горизонтально. Вот, чтобы, не дай бог, там какая-то неровность и косилка не врезалась в землю. Лучше ее чуть-чуть приподнять, чтобы она и шла как бы ровно и плавно. То есть вот он выставил предохранитель в рабочее положение. Все, оно, эту тягу транспортную убрали, замок открыли. И навеской регулируем так, чтобы оно примерно вот здесь было. Ну вот даже если оно чуть-чуть отошло, у нас более-менее, ну, поля ровные. Ну вот так вот, в принципе, достаточно, можно чуть-чуть опустить. А важно в чем, чтобы вот этот вот чехол, он был у вас, и чехол был на кардане, потому что бывает наматывает на него. Это важный момент. Наматывает, потом тяжело, больно начинает греться. Этот. Еще важный момент — ее отрегулировать по ходу колеса, чтобы она была чуть-чуть впереди. Потому что когда первый, второй прокос и по прокосам идешь, начинаешь уже пристраиваться, как настроена косилка, чтобы у вас наиболее большая полезная площадь скашивалась. Потому что если ее убрать за колесо, то есть фактически вы будете ехать по меже, ну, по прокосу, а половина диска у вас будет просто не косить. Так что ее сдвигаем не максимально, а чуть-чуть за колесо, чтобы вы могли ехать по прокосу. Так что как-то вот так. Сейчас я начну косить, но вроде по настройкам. Да, ремень настраивается здесь, а раскосы у нас натянуты вроде. Кардан у нас польский вместе с ней был. Ну, Т25. Ну, сейчас несколько прокосов сделаю и покажу, как бы, что получается. Продолжу дальше видео и начнем. А Игорь сейчас у нас будет старые рулоны с поля увозить. Опоздали, у нас поле, дорога боевая. Обратно поеду, покажу. И не успели мы отсюда вывести нашу оплошность. Надо было зимой в первую очередь вывозить отсюда сено, а я оставил на весну, и все это так и пошло. Так что сейчас начну. Включу. Вот по это 1,65 м у меня. И я сейчас покажу, то есть как. Да уже есть видео, но покажу. Вот он, я ее включаю. Косилку. И начал косить.
немного я скосил, то есть где-то минут 30-40, наверное, прошло. Ну, около гектара, может, огород скосил. Становился специально вам показать. Кошу я, значит, на Т-25, на третий или четвертый. Вот сейчас перешел на четвертую и кошу на четвертой передаче. А вы уже смотрите, то есть третья, четвертая, то есть вот сейчас он нагрелся у меня на четвертый до 80. Я решил остановиться не только потому, что он как бы нагрелся, но в принципе после зимы маленько дымил, солярка, малярка, все это что, потому что мы еще серьезно после зимы ему не давали нагрузки, но вроде как бы косит. Становился еще показать про расположение косилки. Я вам уже в начале видео говорил, почему. Вот сейчас покажу. Вот наш прокос и вот расположение косилки. Не знаю, будет видно, не будет видно, насколько косилка идет в холостую. То есть получается вот эта вот часть вот настолько вот идет в холостую. Сейчас спереди покажу. То есть, ну, может быть, я не прижался еще, но вот кто привык, как, ну, может быть, привыкать надо каждый раз после настройки. Ну, мне надо прижиматься ближе к прокосу, чтобы полезная площадь прокашивания была больше. Вот сейчас еще раз с этой стороны, со стороны прокоса покажу. Вот, видно, да? Что у нас? Ну вот, в принципе, я рассказал так примерно, что знаю по настройкам косилки на свой Т-25. Ну, конечно, можно и на 80-ку. Ну, соотношение расходников солярки и всего, если Т-25 спокойно ее тащит, то зачем этот 1,35 м? Здесь фактически получается прокос 1,35 м. Повесить 1,35 м вообще будет. Косит она нормально. То есть вот сегодня 31 мая. Завтра я это буду мотать в сенаж. Ну, если получится. Так, за фонарь надо Игорьку вставить люлей на тракторе. А так, сейчас все, буду продолжать. Наверное, еще полчаса покашу, потому что, ну, 20 рулонов. Если я замотаю здесь, это будет отлично. Ну, мне достаточно, в принципе. Это я хотел сказать, да. Вот эту площадь, почему сейчас рано начал косить, думаю, попросили местные охотники, может, получится засеять, вспахать и засеять. Ну, хотя у нас же летом не пашут. Весной, вернее, не пашут. Да, и, блин. Сейчас осталось выходить этого петуха. И поедем на обед, наверное. Ну, на этом, наверное, все тогда. Кардан отсоединять. А? Как, зачем? Все, поехали.
Ты же всегда так делаешь. Ай-яй-яй. Давай. Так. Всегда так делаю. А, у нас переносной фиксатор. Вот, все. Че, да? Изоленты нету. А, проволочки, да?